Вашингтон, 29 мая, РИА Новости. Два человека погибли в результате тропического шторма Альберта, который обрушился на США, сообщает телеканал НБС. Шторм. Архивное фото. Август 2018. Из Шара Скодикара на Кубе более 5000 человек эвакуировали из-за шторма Альберта. Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Из-за порывистого ветра дерево рухнуло на автомобиль, водитель и пассажир погибли. Позднее американский телеканал Web уточнил, что речь идет о телеведущем канала Майке Маккормике и фотокорреспонденте Ароне Смелцере. Журналисты освещали последствия разгула стихии. Субтропический шторм Альберта обрушился в понедельник на побережье Флориды. Максимальная скорость ветра составляет около 72 км в час. Шторм сопровождается сильными ливнями и наводнениями. Ранее власти трех американских штатов – Алабамы, Флориды и Миссисипи – ввели из-за надвигающегося шторма режим ЧС.